Исторический салон «Аромат времени» словно фантастическая машина переносит каждого, переступившего порог на 100 лет назад. В те времена, когда шляпки с вуалью, перчатки и вееры были обязательным атрибутом модниц. Примерно здесь же, неподалеку от салона, работал Максим Факторов, позднее всемирно известный Макс Фактор. Кстати, его звезда на аллее славы Голливуда одна из самых ярких. Ведь именно он довел до идеала прекрасные лица великих актрис, создал классические образы Голливуда. Даже накладные ресницы – его изобретение. И вот в пространстве салона отныне будут выставки. Ведь всех сокровищ, собранных хозяйкой, не разместить в одной комнате. И первая из сменных выставок посвящена ароматам. Это Марлен Дитрих, это Джин Харлоу, это Рита Хейворт, это Вивьен Ли, Кэрол Ломбард и Мерлин Монро. 6 ароматов, которые можно здесь продегустировать вот с помощью такой вот штучки. Здесь аромат спрятан. Можно полюбоваться на сами флаконы этих духов. Можно познакомиться с биографией этих актрис. Здесь краткая биография, ну и, собственно, описание аромата. Мерлин Монро сохраняла преданность одному аромату от Шанель. Флакончик с духами номер 5 всегда имелся у нее под рукой. Когда ее спросили, что она предпочитает надевать перед вечерним сном, пижаму или сорочку, она ответила: несколько капель Шанель номер 5. И эта фраза стала рекламным слоганом аромата. Плюс на этой выставке у меня несколько книг еще представлено, которые связаны с темой Голливуда, книги на английском языке. Это книги об истории Голливуда, об истории съемок некоторых фильмов. Ну, например, фильм «Унесенные ветром» всеми любимого. Настоящий граммофон с пластинками, плакаты и постеры середины прошлого века, а также точная копия знаменитого платья Скарлетт О'Хары. Выставка продлится до весны.